Решил снова модернизировать оборудование. На старой плите, которая стоит на колонне, и плита крепления двигателя, был заменен сам, собственно говоря, двигатель на более мощный. Также была замена частотника и панели управления к нему. Также был заменен приводной ролик. Вот он. А также модернизации подвергся еще один узел. Узел натяжения и регулировки ленты. Он крепился вот через вот это отверстие. Старый вариант выглядел вот так вот. Почему было принято менять этот узел? Старый узел натяжения ленты на новый. Потому что здесь, когда происходил износ в этой части, ленту водило из стороны в сторону. Нужно внимательно следить за тем, чтобы гайки были подтянуты. Этот механизм был плотно подтянут. Если он гуляет, то и соответственно лента при работе двигателя тоже будет гулять из стороны в сторону. Поэтому было принято решение изменить конструкцию на более надежную. Что было сделано? Значит, была сделана серьга вот такая вот, которая вот так вот крепится к плите двумя болтами М10. На этой серьге шпильками М10 прикручена вот такая вот планка, а на этой планке приварена обойма, в которую прессованы два подшипника. Я считаю, эта конструкция более надежной и более крепкой. Также была замена вот этого ролика натяжного и регулировочного на более больший диаметр. Со старой конструкции была взята только гайка-барашка с винтом и пружина, которая натягивает эту всю рейку сейчас. Все остальное сделано по-другому. Вот крепление планки на два болта для крепления пружины. Вот сейчас это так выглядит. Все остальное осталось без изменений. Панель управления. Значит, пуск, стоп, реверс, сброс и регулировка оборота. Тут все просто. Ну, ручка прижима ригеля. Старый вариант. Все остальное, в общем, без изменений. По мелочи была сделана стойка для, так сказать, колес. Удобно брать и влаживать снова в обойму. Занимает меньше места. Удобно в работе. Практично. Ну, собственно говоря, и все.